Этих производителей не поймешь, что продавались кильки вот такой сине-желтой баночки, открываешь, а они набиты полностью, вот полностью килька, как под самую крышечку, без жидкости практически, без томатного соуса. И опять взял такую вот кильку, только в другой точке, то ли они этикетку делают под того производителя, а тут получается одна жидкость, просто аж возмутило, что снял банку. Просто, ну, и невкусно еще. Соленое, невкусное, и той кильки там вообще нету. Что пришлось кошкам на суп сварить вот эту кильку. Производитель Виктория, вот эта банка, Николаевская область. Тут номер партии указан, кто хочет, может сделать стоп-кадр. Потому что, когда едешь на море или куда-то, то такие консервы выручают. Ну, конечно, лучше кушать такую пищу, свежеприготовленную, термически необработанную, которая будет приносить пользу. А так смотришь, что надо выбирать, конечно, своего производителя, которому уже веришь, доверяешь и у которого есть качество.